Респект. Тема сегодняшнего урока – уважение. Как его получить? Нужно говорить по существу и ничего свыше от себя. То есть, под тема сегодняшнего видеоурока – английские идиомы. To be clean as whistle, быть очень чистым, быть не замешанным в чем-то. There is no sex, drugs, his private life is as clean as whistle. Здесь и речи не может быть о наркотиках, сексе, его личная жизнь совершенно чиста. To be squeaky clean – вести высокоморальную жизнь. Our image has been a little over-exaggerated, saying that we are as squeaky clean. Наши образы были представлены в слегка преувеличенном виде, как морально безупречные. To plumb the depths – испытать всю глубину. The crime plumbs the depths of the abyss into which it's possible for the human spirit to think. Это преступление – глубина пропасти, в которую только может опуститься человеческий дух. An Englishman home is his castle. Для англичанина его дом, его крепость. Англичанин у себя дома хозяин. An Englishman home is his castle. And only recently courts has upheld the right of an Englishman to act in self-defense. Дом англичанина, его крепость. И совсем недавно суды поддержали право англичанина действовать в целях самозащиты. To be as good as gold, быть золотым ребенком, очень послушным. The children settled for their sleep as good as gold. Дети послушно угомонились и приготовились ко сну. To get off of hand, отбиться от рук, стать неуправляемым, перестать слушаться. The child got out of hand. Ребенок отбился от рук. Old habits die hard. Старые традиции умирают медленно. Despite ideas of equality, old habits die hard, and women still carry the man burden of looking after home and family. Несмотря на идею о равенстве, старые традиции отмирают медленно, и женщины по-прежнему несут основную ношу заботы о себе, доме и семье. To keep up with Jones is стараться жить не других. His mother was very keep on keeping with Jones. The daughter accepted these false values. Мать старалась ни в чем не отставать от соседей и знакомых. Дочь усвоила эти ложные ценности. To be as quiet as mouse – жить тише воды, ниже травы, вести себя очень тихо. During the day she was quiet as a mouse. She hardly did say anything. В течение всего дня она была очень тихая. Она почти ничего не говорила и не делала. Доброе имя, честность, антонимы. To clip one X, исправиться, улучшить свое поведение, начать соблюдать общепринятые нормы. In the last couple of years I have cleaned my acts a bit. I gave up smoking and I drink only beer. За последние года два я немного исправил свое поведение. Бросил курить, пью только пиво. Я лично за свою жизнь ни одной сигареты не выкурила. То есть и вам тоже рекомендую завязывать. To blot one copybook, испортить свою репутацию. I am proud of my family good name. I don't want to blot the copybook. Я горжусь добрым именем моей семьи. Я не хочу портить нашу репутацию. A good name is sooner lost than won. Легче потерять доброе имя, чем приобрести. If you throw mud enough, some of it will stick. Обливай грязью, хоть что-то да пристанет. Repentance is good, but innocence is better. Покаяться хорошо, но лучше не грешить. A straight arrow – честный, порядочный человек. Several friends described him as a straight arrow who rarely drank and was close to his family. Несколько его друзей охарактеризовали как честного, порядочного человека, который редко пил и был привязан к семье. To play a straight bet, быть честным и простым, руководствоваться традиционными идеалами ценности. He was surprised to find that playing a straight bet was not considered as important among his new colleagues. Он был очень удивлен, когда выяснил, что честность и простота не считались важными качествами среди его новых коллег. To blow below the belt – удар ниже пояса, нечестное поведение. A blow below the belt is the surest way to destroy a friendship or love affair. Удар ниже пояса является надежным способом разрушить дружбу или любовь. To be above board, быть честным законом. This expert has been conducted in as honest and above board fashion. Эта экспертная операция проведена честным и законным путем.
Какой-то мог составлять фальшивые отчеты, подделать бухгалтерские книги. She knew that when the auditors looked over the books, there would be no hiding the fact that she had cooked the books. Она знала, что если ревизоры проверят ее бухгалтерские счета, то там уже невозможно будет скрыть факт их подделки. To be squeaky clean, вести высокоморальную жизнь. He has a squeaky clean reputation, would be a tough target for the attacks about family values. У него была безупречная репутация, его трудно обвинить в пренебрежении семейными ценностями. Моя ценность для меня – это обученный ученик. Мне нравится это делать рекорд, и я постараюсь выложиться в этом плане. Добавляйтесь в контакты SmartTeacher 197, и вы увидите. Английский – это не дело за семью горами, это реальность, которую можно сделать уже прямо на завтрашний день. Всего наилучшего и буду.